Давайте братишкина сначала посмотрим, окей. Лишился девственности с проституткой, а потом в эту же проститутку влюбился. Воевать? А, вас ебут все-таки. Да. Я в итоге твой Эдвард Гил? Да. Охуеть, какой жирный кашин на фоне братишкина. Здравствуйте. Это пиво, блядь? Здравствуйте, с вами шоу Данилки Кашина, вы на канале Данилка Кашин. Кабана? И сегодня ну, у нас в гостях, как его, Братишкин. Бля, чувак, она чуть не упала, алё. Привет, Вова, привет, салам алейкум, присаживайся. Блять, сука, да что ж такое каждый раз? Расскажи, как добрался. Заебись. Я опять петля из жопы вылетел, я. Расскажи, как доехал? Долетел. Мега тогда быстро. Неинтересно. Ну я просто спал и все, дядь, типа. Угощайся, сладкая вода. Там моча, просто, чувак, там да? Просто вода. А, просто вода. Когда наши зрители узнали, что ты придешь, нас просто завалили вопросами, просто пиздец. Давай я тебе прочитаю вначале, ну как блиц, хорошо? Привет, Миш. Скажи педик. Осуждаю. Блядь, я на таком месте. Ну, педик. Осуждаю. Скажи не пи***. Осуждаю. Какой ты смешной, вот Вова, братишки, да. Бля, чувак, знаешь, я бы... Ну как так-то? Честно. Вот. Осуждаю. Честно. Не, это смешно, это, нет, ты, это не ну, смешно, не... это просто перманент, понимаешь? Ты потом уж просто не вернешься туда. Я же это не вырежу, блядь, и тебя просто ненавидят. Так меня вырежут, чувак. Уважаемая потом. Администрация сайта Twitch, вот, прошу заметить, что у вас есть, ну, вот такой, блядь, выродок расист. Я такой не поддерживаю. Скажи, у меня есть главный вопрос для тебя, который волнует многих твоих поклонников. Вот у тебя был хоть раз секс несовершеннолетний? Так они не осуждаются? Нет. Не был? А я не знаю кого! Да вы чё, не было? Это не тот! Блядь. Прости, это мы и так для... Спасибо вам большое. Я бы сказал нет, блядь. Ну видно, не услышали, ну вот. Спасибо большое. Ебать, я хуя. Стоять. Я ну просто магазин на гербе, мне нужно впаривать кого-то. Бля, если б я сказал да, что произошло бы вообще, типа? Скажи. Бля, нет, типа, ну они ушли уже точно. Они-то да. Все мы знаем, что ты наклеил на свою машину наклейку со своим псевдонимом Братишкинов, да? Ее отклеили какие-то школьники, и ты по этому поводу сделал какой-то пост. Ты наклейки... Да, у меня реально, типа, очко сгорело, потому что... Ты наклейки любишь? Я пиздец люблю наклейки, чувак. Просто либо ты любишь наклейки, либо ты честный долбоеб, который... Нет, я люблю наклейки, у меня все вообще. Просто где ты видел, допустим, что у какого-нибудь Гусейна Гасанова на гелике Гусейн Гасанов был? Бля, ну я же не Гусейн Гасанов. А Гусейн Гасанов еще тот долбоеб, я, конечно, извиняюсь. Можно вот видео? Меня не убьют за это вообще. Мы нашли те люди, которые, ну, отклеят у тебя наклейки. Можно видос вывести, пожалуйста? Блять, что за... Ты на наклейки, смотри, идиотский его. Открыть. Блин, там тяжело каждый раз идти. Что это? Как думаешь, сколько он денег тратит на эти ебаные наклейки, которые мы отдираем постоянно? Блять, что там написано? Ребят, очень Братишкин нов. Да? Поддержите да. Лайком, сделайте красную кнопочку серой. Ну, если вы дебил, имбецил, не понимаете, как это работает. Мне кажется, он донаты только на наклейки тратит свои ебаны. Я еще и обоссую эту машину. Пиздец, вроде чувак такой, ну, что зарабатывает неплохо, да? Вроде популярный, на таком говне ездит. Я думаю, у такого ебана, помимо одной наклейки, должна быть еще одна. Давай искать. Готово.
Блядь, ты специально распечатал. Я? Я же говорю, это твоя машина. У меня нет такой хуйни. Машины? Ну да. Почему бы не въебать вторую? Блядь, потом буду ждать пост, где он такой, школьник ебаный. Диски что-то черные. Может, тоже наклейка? Вот так тебе еще и бонус. А можно все, типа... Стример. Бля, ненавижу стримеров, пиздец. Ну пиздец! Спасибо, спасибо. Пиздец! Бля, мне нравится это шоу еще больше и больше, чувак. Тебе нравится это шоу? Да, оно охуенное. Ну то есть, бля... Он братишкин говорил, что 50... Да, я видела инстаграм. Подход охуительный, честно. Нашел тачку. Мы просто обоссали твою машину. Да мне уже... Он трясся, он типа... Ну, боялся что-то отвечать. Пытался как бы шутить. Я сам на нее ссу каждый день о чем-то. Смотрел ролик, где ты выбирал девушку, вот это очень интересная тема. Ну как девушку, там одни дети сидели. Вот. И в этом ролике ты сказал, что лишился девственности с проституткой, а потом в эту же проститутку влюбился. Да, чувак. Знаешь, что общего между тобой и Ваней Фейсом? Ебани ты, хорошо. Вы оба долбоебы. Возможно. Кто-то еще, кстати. Спасибо. Как ты умудрился влюбиться в проститутку? Я извиняюсь, конечно, мне просто вообще... Как это вообще бля, было? Бля, ну очевидно, типа, это первый раз. И как-то, может быть, это сыграло на этом фоне. Бля, я, чувак, я тебе больше скажу, я дважды туда заходил, типа. Типа, если кто не знал. И уже в другую влюбился. Нет, в ту же, типа, чувак. Еще в этом ролике Вова... рассуждал на тему силиконовой груди, это охуительно. Цитирую. Вот есть капельки, а есть шарики. Вот шарики мне не нравятся, но на ощупь ни разу не трогал. А вот у той проститутки, с которой ты лишился девственности, у нее капельки были или шарики? Вот, нет, а были обычные, наверное, маленькая такая грудь. Шарики и капельки чем отличаются? Капельки это типа вот такие... А шарики это вот такие? Или как? Я не знаю. У тебя капельки... Ну а как? Капельки, типа, это просто маленькая грудь, что ли, или что это? Смотри, капельки это у тебя, да вы охуели. Алло, ты не знаешь? Нет, я честно не знаю, типа, как это так? Он, типа, думал, там будет только он и Кашин, оказалось 50 человек. Да, я видела, типа, сторис. Ебало пиздец вообще было. Ну, ты знаешь, типа, тему с пакетом на голове, вот что-то в этом стиле было. Конечно. Ну, ты просто знаю, не смотришь конечно. Выше, типа, все остальное вроде а у нее капельки, шарики, а у нее пещерка была? Или бля, ну, сосиска? Наверное, очевидно. Сосиска, что, а ты сувал ей своего червячка, ведерко, типа? Тебе напомню, сколько лет? 21. 21 год, знакомьтесь, Владимир, 21 год. Стример, капельки, шарики, блядь. Ай. За дверью две тёлки каких-то стоят. А у них шарики или капельки? У них были, блядь, это, менты вон тебя ушли уже, да? У них были прекрасные какие такие менты, две а сиськи. Причем здесь менты? Подожди, давай. Ну они маленькие были, 12 лет, очевидно. Ты видел и сиськи? Так они а сразу, можно их обратно? Они сразу глазок ушли? Вот так вот. Они далеко ушли? Блядь. Может их обратно это нахуй? Шутка, не надо. Кто не знает, Вова расстался со своей девушкой. Там была какая-то очень сложная история, на которую всем, естественно, похуй. Вот. Но самое смешное, что во время стрима его бывшей, да, она стримерша, позвонила маме Вовы и порол там какую-то всратую хуйню, кринж вообще дикий. Но не в этом суть. Вова написал пост по поводу этого. Цитирую. Ну, там длинный он, но вот цитирую определенную фразу. «Тяжело осознавать, когда бабский разум затуманивается женской солидарностью». И они готовы простить все и делать скидки своим соплеменникам по пельменю. А, как понимаю, ну, пельмень — это пизда, да, я извиняюсь? Вот. А, это когда случилось то, что его мама поддерживала, типа... А, они тогда разговаривали на ее стриме, что-то... Ну, я толком не знаю ничего, но как это все было, я помню, по-моему, ну, чуть-чуть. Мне кажется, что... Да, доставайте попкорн и пипел. Много... Странно называть вагину своей матери пельменем, типа. Да я, в общем, это написал, и тебе больше скажу. А после она сказала, что я заебись пост выдал, и она такая говорит, заебись на хайпе. Я говорю, в смысле, ты угораешь? Я типа, ну, от чистого сердца это написал. Говорю, не хочешь извиниться вообще за такую хуйню, которую ты сделал вообще?
Я не знала, типа, что это в такое выльется вообще. Ну, я понимаю, это отдельная тема, видишь, я не касаюсь. Да, у меня просто мне просто немножко интересен пельмень вот само. Ну, типа, почему именно пельмень? Не знаю, не по-моему, вареник. Мем надеть. Чего не вареник? Когда-то давно мой кузен Данила Кашин, ну, отвратительно... Вырезали момент, где он так думал, и походу вставили... И вообще, бля, мерзейший человек выпускал клип. И Вова, как, ну, естественно, успешный стример, делал на него, ну, обзор, смотрел его на стриме, один из первых. Вот. И есть ситуация, за которую я хочу спросить. Ну, мне как бы неинтересно, просто я хочу спросить. Вова включил клип, посидел, повейпил, и такой, ща, бля, приду. И ушел. Это начало клипа было. Клип заканчивается, уже там следующий пошел, типа ролик у него там на автовоспроизведение. Он возвращается, садится такой, еще раз затягивается и говорит, мне что-то не зашло, пацаны. Как часто ты такой хуйней занимаешься? Бля, ну очень часто. Я помню, ты мне предъявил даже, по-моему. Не, я твой нет. Твой кузен я мне предъявил, нет, твой кузен мне предъявил за эту хуйню. Я типа. Вообще нет. Зуб не вставит. Не, ну часто, часто. Ну просто, блядь, видишь, когда у тебя весь стрим строится на том, что ты смотришь только видос. Ну он кроссы себе купить не может о чем-то. Несколько лет в одних и тех же дыря выходит, пиздец. Алло, дебилка, алло, что? Как... Блядь, в конечном итоге ты просто на жопе ровно сидеть не можешь, блядь. А с проститутками у тебя так же? Ну типа ты платишь, уходишь. Возвращаешься, такой, ничего, ну... Бля, в этом, там, в гардеробе, где все карты лежат. Это было, кстати... Мне что-то не зашло. Это было очень интересно, потому что я первый час оплатил. Ушатался там от алкашки, блядь, вообще нахуй, отрубился, это, блядь. А, ну... И, блядь, в итоге ничего не произошло, я второй час оплатил. Блядь, я... Также упал, короче, понял, провалялся, блядь, и где-то там минут за 20 она такая, ты заебал, блядь, уже, типа, чувак, давай как-то там... Шевелись. Что вы развели с Тендер Лебае? Я у нее это спрашивал, зачем? Ну то, что вы, блядь, хуйней занимаетесь, типа вы посты делаете о том, что ну якобы вы там встречаетесь, вот эта вся хуйня. Ты думаешь, что вы этим привлекаете, ну типа, качественную аудиторию? Да мне как-то насрать на самом деле. Мы просто каждый раз это делаем, каждый раз это срабатывает, а потом я просто запускаю стрим и говорю, пиздец, вы долбоебы просто, я не знаю. Охуеть. Ну слушай, это гениально. Справедливо, по-моему. Просто игры разума, пиздец. Как думаешь, у Тендер Лебае капельки или шарики? Вот. Ненормальных ответов, ненормальных вопросов. Я вот тупо, знаешь, 14 минут какую-то хуйню смотрю. Вообще, ну, блядь, не смешно, не интересно. Типа, вообще, ну, чел вообще никакого отношения не имеет к братишкину. Типа... У нас есть друг нашего шоу, Алишер Моргенштерн. Блядь, куда лезут видеоблогеры? Ты когда-то смотрел его клип, что-то там, ага, бо, мерен, ну, промерен. И ты сказал... На, ну, типа, ты стримил, вот, и сказал, что это хуйня полнейшее дерьмо. Вот Алишер может сейчас спросить. Меня тут запиздят сразу. Ну, кстати, я не включая заднюю, могу сказать, что меня друган, короче, ее включил. Нет, аудиосистему у меня, короче, я сделал себе звук на машине. Бля, пердит так, что, типа, на репите слушаю. Ну, у тебя машина только пердить умеет, на самом деле. Если что, могу запросы показать, у меня последний, типа, поиск. Капельки, шарики, запросы от первого лица. Ты тексты теперь понял? Текст, мне больше нравится вторая часть, где ты больше голосом такой пищишь, типа, разъеб полный. А вот в припеве текста есть? Ну, я поняла, что они давно знакомы, просто я говорю то, что у них даже юмор разный. Типа, это как будто вообще не шарит за его жизнь, он просто какие-то поверхностные вопросы спрашивает, непонятные вообще, не касающиеся или старый давным-давно Тендер Лебае с Братишкиным давным-давно уже не коллабят, типа, и вот эта вся хуйня, типа, то, что она там беременела от него, там у них там, они встречаются, типа, это же было, блядь, 2 года назад, или сколько, год назад. Есть просто караоке, мы предлагаем тебе попробовать. Хочешь? Даже неинтересно. Припев этой песни в караоке. А там есть как раз слова, видос, которые ты, возможно, не понимаешь. Я это записывали 5 месяцев назад. Бля, это сложно реально? Будет, пиздец. Раз. Нихуя мы выкручиваемся, блядь, пиздец. Блядь, а я что, один буду читать, что ли? Не, я тебе помогу, брат. Давай, окей. Нихуя себе. Привет. Здорово.
Итак, сразу скажу, я писал, вдохновляясь твоими стримами. Вот, да. Текст в студию. Это караоке, можешь смотреть. Ролик же рассчитан на широкую массу, которая так глубоко не шарит в вещи, нам кал. А на ютюбе лосев пиздец. А, ну это из-за Кашина, мне кажется. Блять. Из-за Моргена. Давай. Да я, блядь, не понимаю нихуя. Жоп май бой, мы мерим. Я нихуя не понимаю. Давай, давай, у тебя получится, давай. Мажор на уме. Вип гада и за дэн. Жоп май бой, но вы мерим. Блять, 100 баллов. Ты же что, нормально все понимаешь? Ну, ну теперь-то тебе все понятно. Нихуя пиздец. Не понял. Я, если что, типа, если подпеваю вот именно этот трек, потому что я его теперь слушаю, вот так я и делаю. Я не понимаю. И, блин, тут буквы выскакивали. Бля, ну как до него достучаться, пиздец? Ну там же все просто. Вып года за боме. Да. Жоп май дам буш добе. Ну че, блядь, че тяжелого? Сложно, блядь. Понятно. А у тебя на стримах так же весело, как вообще нет. Блять, ну позвали стример, ёб твою мать. Бля, я просто первый раз на подобном формате, бля, я просто бахую после ментов, блядь, которые... Да я просто тебя потусоваться позвал, типа. А чё у тебя за тачка? Да, чё за тачку у тебя? Passat. CC, ну, блядь, он заебал ломаться. А на какую копишь? Не знаю, хочу Audi CT. Купеху. Audi TT? Да. Как думаешь, когда возьмешь? Бля, еще не скоро. Бля, очень не скоро, дядя. А типа... почему Audi TT? Она же хуйня. Не знаю, мне нравится. Купе такая прикольная. Бля, ты можешь микрофон не дышать? Не могу. Какие машины нравятся тебе? Мне купехи нравятся, поэтому, знаешь, я просто ее взял, потому что, блядь, у нее двери были безрамочные из-за этого. То есть мне, блядь, говорили, типа, чувак, это хуйня, слушай, она сломается. Слушай, ну безрамочные двери, это, конечно, жестко. Я просто не... Я один не понимаю, когда сарказм, а когда нет, блядь, вот. Ну, серьезно, шоу, чувак. Да я понимаю. Тормозка, Гинцуха, скип эту хуйню, пиздец. Что? Мне просто, братья, мне Вову жалко. Старстрайк вспомнил. Что еще раз? Сколько у тебя примерно зрителей на стримах? Блин, не знаю, 8, наверное, в среднем. Тысяч. Нихуя ты чёрт, просто зрители. А, просто 8. 8 тысяч, да. Теперь. А, за тысяч. Да. 8 тысяч. И сколько из них настоящие люди? Ну, блядь, я надеюсь, что все, потому что я такой хуйнёй не занимаюсь, ибо, блядь, нас на Твиче ебут за такую хуйню. А, вас ебут все-таки. Да. Ебут, да? Нас ебут. Зачем ты ходишь? А когда тебя ебут, ты влюбляешься в того, кто тебя ебет? Ну, типа... Блять, ну, знаешь, нет. В этот раз нет. Вот в прошлый. Вот, а как это влюбиться? Как ты засыпал и думал, блядь, дети? Чувак, я тебе объясню, короче. Вот этот вот запах, блядь, знаешь, типа, вот ты его везде чувствовал. Бля, ну я не шучу, реально. Круто. Не круто, нихуя. А круто. Вчера это? Блядь, ну все ближе и ближе, типа. Блядь, 19-20 где-то было, по-моему. Круто. Я вскрылся вообще недавно. Мне тоже было 19-20. Это бордель была или нет, это была стрипуха. Это была стрипуха, стрипуха, да, в которой просто меня отвели, и я, блядь, какая такой... стрипуха? Сколько... Название. Нет, название не залью. Сколько стоило? Сколько? А я могу сказать, название. Отель, знаю, значит, стоил девятку, по-моему. Ты ее забрал в отель, что ли? Блядь, да куда? Я просто метр прошел, дядь. К бабушке стучится, это из Твери, типа. Охранник вот так вот, такой, блядь, он со мной, он такой отошел. Я такой прохожу, а ебать, и там ресепшн, понял, отель, и я захожу, я даже не знал, что меня сейчас выебут там. Я слышу... Я в итоге выебал. Да, блядь, программа. Да какая разница, кто кого выебал? Его, короче, страпонили, а он не влюбился. И, блядь, слышу ебаные стоны вокруг, и такой, ага, понял, пиздец. И мне такие, открывают двери, пожалуйста, проходите. А как думаешь... Тут у нас есть джакузи, не, блядь. А как думаешь, что это за стоны были? Я думаю, это женщины. Вау. Так прикинь, так женщины были. Я в итоге твой Эдвард Билл? Да. Ну, мне кажется, так прикольнее, кстати. Что прикольнее? Ой, Морген, вот здесь красив, красивенький. Да. Симпотный. Ну, мне кажется, так прикольнее, кстати. Что прикольнее? Типа, если вдвоем.
Кто, один выступает? Если мы вдвоем. Ну, вообще, один ведущий. А когда улыбается, не очень. Да, типа, если вот сделать, как у Хача, типа, тоже прикольно было. А сколько ты примерно в месяц бабок имеешь со стримов? Да, ну, по-разному, в основном, ну, вот 300, вот так, 350. 300 тысяч? Да. Нихуя. Но это все вместе. Ты каждый день хуячишь? Ну, практически. Раньше, да, хуячил. Да, каждый день из дома не вылазил. Тебе это нравится или ты как на работу? Бля, раньше было удовольствие, то есть прям вообще ебашил. Тогда Donation Alerts даже не было. А потом что-то мне пацаны такие, давай Donation Alerts, что-то каждый день. Ну, сколько я уже, пятый год пошел, как я ебашу, типа. Ну, уже, естественно, это работа, типа. Пятый год и по 300 тысяч в месяц, и до сих пор... Не, уйди, вы нормально, комфортно. Ну да, в принципе. Да, может, в принципе, съебаться. Че вот ты че, сладкий, здорово. Чего ты говоришь 300 тысяч в месяц? Ты 5 лет уже ебашишь, смотри, 5 лет, 5 на 12, это 60, умножить на 3, это 18 миллионов. Почему ты на говне ездишь? Бля, мне, короче, батя такой сказал. Езди на говне, да? Езди на говне, потому что ты уебешься. Я уебался уже два раза, типа, на ней, как бы. Ее вообще не жалко, то есть... Кого? Станет... Ты сбил кого-то? Нет. Ты сбил маленького, бля, ребенка, был вброс, да? Когда, короче, я пропал, был вброс. Не, мне кажется, это пиздеж про 300к. По поводу того, что я сбил, я там решил, блядь. Видишь, ты по трассе, темно, никого. А, блядь, боже, типа та тёлка, которая в инсте, да, написал. Выбегает собака на твою полосу, что ты будешь делать? Довку пиздёшь. А на другой полосе Гарик Бульдог Харламов. Бля, можно было бы как-то вот двоих, типа, вот, типа, боком там заехать? Я хочу попробовать. Я не знаю, у каждого свои вложения, ой, сори. У каждого, типа, свои вложения, ну, блядь, чел, реально... Один самый популярный стример на Твиче, самый типа охуенный, самый пиздатый, и он не вкладывается, ну, в как будто в качество. Ну, например, вот вебка ему типа не нужна, да, типа, ну, фон там задний, ему похуй, да. Это она о ласке? Не, я говорю о братишке, типа, о том, насколько его, типа, знают, сколько много людей, почему так долго летело, ну, типа... За 2 часа проснулась, там час ехала до аэропорта, там час ждала, там 2 часа с половиной ехала, потом еще. Так он переедет скоро? О, спустя 5 лет. Он переедет скоро, смысл ему фон менять? Ну типа камеру там, да, не знаю. Он приедет. С каких пор он самый классный? Ну, я про овощ, то, что короче, он, типа, как этот, Мартин из Мадагаскара, зебра плевала вверх и ловила. Алишер Моргенштерн. Он, типа, если бы даже будут голосовать за какого-то стримера, будут хуйню голосовать всегда за Братишкина. Все, можно съебывать? Не, подожди, мы концовку записываем. Я это такой был Братишкин, спасибо! Оп! Ну че ты подъебываешь? Шо, куда съебывать? Через дверь, бля, ты чё? Ну какого хуя? Лё, какой бунтарь! Пока! Всё? Да! Говно, блядь, какое-то, ну честно. Такой Крин сложил впечатление, будто новенький в класс пришел, и его начали стебать. Жаль, во, я ж говорю, у меня такие же чувства возникли. Данил Кагашин сексуально воздействует на Братишкин 23 минуты. Дис. Ну, у меня лайк, чтобы в сохранёнке, типа, осталось. Ну, блядь, такое. Что-то Щербакова пока не хочу смотреть. Год Вещев, а мы посмотрим. Заработал денег?